Побеги из курятника были, но вот чтобы сбежал сам курятник. Во Франции ураганный ветер поднял в воздух многотонный ангар, который пролетел полкилометра и приземлился на автостраду. И это лишь одно из многочисленных ЧП. Сильнейший шторм сносил деревья, рекламные щиты, огромные ветряки. Почти 200 тысяч домов остались без света. В ряде регионов прекращено движение машин и поездов. Скорость ветра в Париже достигала почти 40 метров в секунду, а уже 25 считаются ураганом. Другая напасть за океаном. В США из Арктики пришли лютые морозы и мощные снегопады. В штате Нью-Йорк на обледенелой дороге столкнулись более 30 машин. Известно об одном погибшем. Во многих регионах закрыты школы и социальные учреждения. В некоторых районах зафиксировано небывалое для тех мест минус 35. Замерзли незамерзающие десятилетиями реки, а в Арканзасе коммунальщики с непривычки не догадались выключить фонтаны. В результате они превратились в ледовые скульптуры.